какого-то целеустремления, что вот буду я заниматься бизнесом, буду предпринимателем, как такового не было. Изначально я работал в правоохранительных органах, в дальнейшем работал я в адвокатуре. После этого создал уже свое предприятие, свою фирму. Изначально у нас было очень маленькое помещение, продукцию делали чуть ли не на коленях. Ну, естественно, эта продукция соответствовала всем требованиям, но какого-либо сложного оборудования у нас не было изначально. Мы начали с производства безалкогольного бальзама на основе сахарного сиропа, на основе трав. Этот бальзам понравился, значит, людям, стали его продавать и стали расширять линейку продукции, которую мы выпускаем. За 20 лет нашей работы прошли довольно большой путь. Когда мы начинали наш бизнес, у нас было порядка 100 квадратов, то есть помещение производственное, и работало у нас где-то изначально человек 7, насколько я помню, то в настоящее время у нас порядка 14 тысяч офисно-складских помещений. У нас 240 человек в настоящее время в штате. И ассортимент продукции у нас порядка, более 1000. Коронавирус в плане продаж нас не затронул. Нас затронул в другой степени, и это особо сказалось во второй волне, когда у нас очень много народу болело. Несмотря на то, что мы соблюдали все меры предосторожности, на определенном моменте сказывалась нехватка рабочих рук. Мы производим как биологические добавки к пище, так и пищевые продукты, косметику мы производим. Мы работаем как и с торговыми сетями, так и мы работаем и с фармацевтическими компаниями. Площадки у нас уже сформировались задолго до проблем с коронавирусом. Для меня это, наверное, работа. Работа та, которая мне нравится. Кто-то работает пекарем, кто-то, очень много у нас профессий. Получилось так, что я работаю предпринимателем, то есть человек, который организовывает работу других людей, который создает, рабочие места, который создает продукцию. Мне это нравится. Если изначально не получилось так, что вы что-то унаследовали, какое-то большое хозяйство, то фактически было целенаправленно бить какую-то в одну точку, несмотря на определенные трудности, которые встречаются на пути, работать, работать, еще раз работать.